В Чувашии зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19. В общей сложности в регионе выявлено 17 заболевших коронавирусом. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев ужесточил контроль за вновь прибывающими в республику. Сегодня у нас произошло сразу 9 новых инфицированных, и, к сожалению, опять же, 8 из них на территории поликлиники клинического городского центра. Мы, конечно же, закрыли и корпус поликлиники, и корпус стационара. На сегодняшний день там проведены все необходимые мероприятия, выявлены все контактные лица, они изолированы. Но для того, чтобы предпринять нераспространение коронавирусной инфекции, мною подписано 2 нормативных акта. Первый – это указ, в соответствии с которым теперь каждый прибывающий на территорию Чувашской Республики будет обязан находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней. Кроме того, другим документом мною расширено количество органов исполнительной власти, которые наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, этим же документом утвержден алгоритм взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с тем, чтобы фиксировать на месте сами нарушения и составлять соответствующие протоколы об этих нарушениях.